Царь небесный, утешь тебя души истинным, ты же везде ты вся исполняй. Сокровище благих и жизни подателю принеси весомы, и очисти от всякие смерны, и спаси Боже души наша. Господи, во имя Иисуса Христа просим Тебя, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево, от истинного понимания божественных слов Твоих, примут с нами и всей вечер благодатный. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Итак, первое послание Петра, 2 глава, с 23 по 25 стихи. Вячеслав, читайте. Будучи злословием, он не злословил за имя. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря. Но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Толкование. Быть может, кто-нибудь скажет, как апостол Петр говорит здесь, что Господь, когда его злословили, не злословил взаимно, и когда страдал, не угрожал. Когда мы видим, что он называет иудеев псами, глухими, фарисеев слепыми. Матфея 15:14. Иуде говорит, лучше было бы этому человеку не родиться, Матфея 26:24. И в иной раз, отрадней будет Содому, нежели городу тому, Матфея 10:15. Отвечаем, апостол не то говорит, что Господь никогда не укорял или не угрожал, но что, когда его злословили, он не злословил взаимно, и когда страдал, не угрожал. Ибо если он иногда укорял, то не в отмщении тем, которые злословили его, но поносил и укорял упорных в неверии. Злословящие его говорили: «Бес в тебе», Иоанна 7:20. «Он изгоняет бесов силой князя бесовского», Матфея 12:24. «И вот человек, который любит есть и пить вино», Матфея 11:19. Когда он слышал это, злословил ли взаимно? Отнюдь нет. Но одним сказал: «Если я силой Виельзевула изгоняю бесов, то сыны ваши чьей силой изгоняют?» Матфея 12:27. Тех же, которые любящим есть и пить вино, он уподоблял детям, играющим на торжище и говорящим товарищам: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Матфея 11, 16 по 17 стихи. А когда он висел на кресте и страдал, то не только не угрожал, но еще молился за злодеев. Лука 23, 34. Иуде угрожал он для того, чтобы отвлечь его от предательства. Равный и тем, которые не будут принимать учеников его, объявил, что им будет хуже, чем содомлянам, для того, чтобы слушателей хотя бы страхом преклонить к странноприимству и к тому, что для них спасительно. Посему слово апостола Петра, убеждающего к незлобию примером Господа, весьма истинно. Слова «предавал все судьи праведному», то есть Богу, который на будущем суде воздаст каждому по делам его, без всякого лицемерия, по сущей справедливости. 1 Петра 1:17. Когда по приказанию Пилата его бичевали, то он на теле своем вынес и раны от ударов. Слышно меня? Да. Что-то микрофон у тебя
Так, ну, кто хочет прокомментировать? Или желающий? Игнатий Тихонович, вы с нами? Я с вами. Тут дело такое. Иногда ко мне обращаются и говорят, вам хорошо, у вас память феноменальная там. Ну, 100 раз одно и то же прочитаешь, оно маленько ямку-то выдолбит в мозгах. И особенно запоминается, когда то, что, о чем ты считаешь, было у тебя. Вот сейчас считаете, ни одного слова нет, которое бы по мне не проехалось. Это Бог так делает. Вот как злословят, он бесноватый, вот все псо на меня говорят. А вы злословите, я говорю, какие вы есть и что вас ждет. За такие дела, и они ничего не видят, а совершенно ослепленные, придумывают, там миссионерские отделы. И вот все абсолютно сходится и запоминается. Я говорю к тому, чтобы вы проверяли себя. Вот, ну, понятно, срок жизни-то другой. У меня больше полвека за плечами с Евангелием в руках. Но все равно вы должны считать, когда псалтырь или что-то, и увидеть, оно живо и действенно слово или нет. Или просто считаешь это отстраненно. Ну, книга хорошая, красивая. Ты должен почувствовать, что это твоя жизнь, что это по тебе все едет. Оно втянуло тебя, оно отобразилось на тебе, оно отпечаталось, оно прошло, оно исполнилось, оно живое и действенное. И вот тогда оно запоминается. Вот я с памяти начал. Вот читайте, вот сейчас любую строчку ткни, и я скажу, это у меня было. Вот это вся Библия, где бы я ни ткнул пальцем, оно по мне было. Это Бог так делает. И я не надумываю, такими же словами поносят. Так же говорят, ты в ответ поносишь, а я в ответ только и говорю, что вы делаете это не то. Не то. И вот обзывают бес в тебе, бесноватый, точно те же слова. Тебя если никак не называют, почему ты ему угоден? Я попутно хочу сделать объявление небольшое. Сейчас только позвонили, мне с передачи сделали. Галя дала Загуляева. Из Америки звонили. Наша там прихожанка, она вышла замуж. И у них приход, он подчиняется Агафангелу Пашковскому с Одессы. Не патриархийный-то. Ну и там какие-то там неурядицы, священника там мои книги есть, он считает, обвиняет его в ереси. Чтение книг это не ересь, что-то там еще непонятно или что. Чтоб помолились, в это воскресенье там будет разбор. Да не просто так, а извержение из сана, это вещь неслыханная. Все противозаконно. Священника, чтобы из сана полностью, ну, лишить его сана, должно быть 6 архиереев-то. 6. А архиерея, если лишить сана, 12 архиереев должны быть. Это все антиканонично. Но все равно надо помолиться. У них большой приход, самый большой, и хотят подобрать, он там племянника своего поставит с Бразилии. Понимаете, какие вещи-то там за границей, это в Америке, а не в Нью-Йорке. Просто помянуть, священника звать Дмитрий, чтобы Господь о нем усмотрел по воле его. Извергать или не извергать, или удалять, или оставить, это Бог сделает. Чтобы вот это вот, ну, перед Богом было. Всем скажите, чтобы помолились об отца Дмитрия, можно ничего не пояснять, что на него большое гонение и вплоть до извержения. У нас, видишь, невиданная свобода, над нами никого нету, а мы их признаем, и неслыханную свободу нам Бог дал. Он, к нему, если вы пошли, он в один день батюшку убрал. Все, отошел. Я всего лишь хочу напомнить, что впереди мы читали на прошлом занятии об отношении подчиненных и начальников. И апостол Петр нам советует подчиняться начальникам, почитать, царя чтить. И как пример приводится Христос, что он, будучи злословием, не злословил взаимно. Вот. Ну а впереди сейчас будем, тема очень интересная об отношении жен и мужей. Итак, первое послание Петра, 3 глава, 1-3 стихи. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность в одежде. Толкование. Апостол изложил нравственное учение для всех. Для царей, правителей, господ и рабов. Для подначальных поставил законом, чтобы они повиновались царям и правителям, которым должно и в чем должно, и тем показал, что сами правители имеют некоторое предначертание и побуждение к правде в законах. И за все, что не делают по законам, не будут осуждены, а за все, что учинят вопреки им законам, беззаконно, несправедливо и самовольно погибнут. Ибо закон дан им на пользу народов, как говорит апостол Павел. Послание Римлянам, 13 главе, 4 стихе. Подобно законам и правители даны на некоторую пользу, а не так, как некоторые худо рассуждают, будто существующая на земле власть от дьявола. Соглашаясь в этом деле с дьяволом, который сказал Господу, «Все это предано мне, и я, кому хочу, даю сие». Читаем в Евангелии от Луки в 4 главе, в 6 стихе. «Не по воле дьявола поставляются цари, ибо они даны для исправления зол, а дьявол не заботится ничего такого вводить между людьми». Власти же и правители даны от Бога, с одной стороны, для того, чтобы охранять правого и устроять пользу подчиненных, с другой, для того, чтобы погрешающих удерживать страхом наказания и обличением, наконец, для того, чтобы производить должное наказание причинившим неправду. Показав это, именно что повиновение властям – добро, а неповиновение – зло, и предписав подобные отношения рабам и господам, апостол обращает теперь речь свою к женщинам. «Жены, – говорит он, – должны быть заняты двумя делами – повиноваться своим мужьям и удаляться всякого украшения и убранства, подражая святым женам. Ибо они, говорит, знали одно только украшение, то, что повиновали своим мужьям. Какая же польза от этого? Та, что язычники получают доброе понятие о вере и ревность по ней, что производит и наша покорность властям, и ради нас благодарят Христа. А для христиан великая похвала, когда ради нас и ради нашего доброго поведения и язычники благословляют имя Божие. Слова «без слова приобретаемы» значат или то, что обретаемы бывают без всякого рассуждения и противоречия, или то, что доказательство от дел сильнее слова и искусности, как и святой муж сказал. Дело, не сопровождаемое словом, лучше слова, не сопровождаемого делом. Пожалуйста, кто хочет прокомментировать или добавить, вопрос, может быть, задать. Мы уже, помнится, разбирали это место. Наталья задавала вопрос. Ну и четвертый стих читаем. Значит, третий стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, и не золотые уборы, и нарядность в одежде». И четвертый стих. «Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Толкование. «Ибо вся слава дочери царя внутри,
Одежды ее убраны золотом, испещренные. Псалом 44, 14 стих. То есть сокровенное наше расположение и внешнее положение должны в точности соответствовать одно другому. Убранство золотом означает собой внешнюю деятельность. Называет же одежды убранным золотом и испещренными потому, что и обнаруживаемое изнутри является не как случится, но честно и важно. Пятый, седьмой стихи. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Толкование. Здесь украшением называют повиновение, говоря, они, то есть святые жены, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Сказав неопределенно, святые жены называют их дочерями Сары или по вере, или по происхождению. Ибо дочери необходимо должны подражать матерям. При украшении приличном христианкам убеждает их быть и милостивыми, не опасаясь за то взыскания от своих мужей. Это хочет выразить словами: «Не смущайтесь от какого страха». Ибо естественно, что мужья потребуют иногда от них отчета в издержках. Такой возвышенной речью, убеждая бережливых и малодушных женщин к тому, чтобы они щедрее раздавали домашние вещи, апостол удерживает и мужей от строгости к ним и говорит: то есть примите во внимание слабость, и мужья обращайтесь благоразумно с женами. Склонность женского пола к малодушию. И будьте к женам великодушны, не требуя с раздражительностью отчета в том, что верено им по домашнему хозяйству. Убеждает мужей не взыскивать строго с жен для того, как мы сказали, чтобы они были щедрее в подаянии бедным. А мне кажется, что этими словами апостол сокровеннее и важнее, чем Павел, намекает на пользование правами супружества. Ибо Павел прямо говорит: не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, и прочее, читая в первом послании к Коринфянам, 7 главе, 5 стих. А Петр важнее сказал: благоразумно. И через то, намекнув на дело, убеждает мужей, как так, как женский пол, и к этому склоняя, не отлучаться от жен с запрещением и строгостью, но сначала снисходительно, как к слабейшим, пользоваться ими, потом с некоторой осторожностью убеждать их привыкать к воздержанию от всего. Ибо на это, то есть на снисходительность, хочет указать словами, оказывая им честь. Ибо тому, на кого не обращают внимания, не бывает ни чести, не бывает ни чести, ни пощады. Потом так должно пользоваться сонаследницами, потом так должно пользоваться ими в отношении сообщения как слабейшими или как сонаследницами живой благодати. И что мы придали такой смысл предлежащему изречению не без основания, на это указывает дальнейшее прибавление.
дабы не было вам препятствия в молитвах. Ибо какое препятствие в молитве может быть от суровости мужа к жене своей, между тем, как оставление сообщения доставляет во время молитвы большую внимательность и усердие. Такова моя мысль об этом. Пожалуйста, дополнение, возражение, вопросы по этой теме. Жены, молчите, украшайте себя кротким и молчаливым духом. Ну, это и правильно. Братья, может быть, хотят сказать. Игнатий Тихонович, дополните. Да, тут такое дело. Когда говорится о власти, надо четко поставить границу. Одна власть дана для того, чтобы исполнить, что написано. Злых наказывать, добрых поощрять. Это власть от Бога. А есть власть, попущенная Богом за наказание. Не хотели царя-батюшку? Получайте усатого гуталищика. И он наказывал именно делающих добро. А злодеи, там, ежов, которые там до него были после Берия, вот этих он прославлял. Это антивласть. Никогда того не было, чтобы с пленными обращались как с врагами. Вспомните кавказский пленник, когда он бежал. Его шинелью все укрывают, стараются как что-то накормить там. А здесь в плен попало 4,5 миллиона в первые дни. Сталин всех превратил во врагов, чтобы покончили жизнь самоубийством. Приходили оттуда и всех в ГУЛАГ на 10 лет. Это антивласть. Уничтожало священство, храмы разрушало. Под корень вырезали всех. И детей, и жены. Антивласть. А как не подчиняться? Это подчиняться надо, мы заслужили ее. Поэтому тут надо поставить границу. И вот сегодня был царь. Царь, власть. Но ночью произошел переворот. Октябрьский переворот. Ну какая власть? Люди проснулись. Кого теперь слушаться? Царя слушаться? Или слушаться этих бандитов, которые пришли к власти-то? Как это непросто было? Нам-то понятно, другой власти нет, тут Кремль и все. А тут-то вообще непонятно было. Только молитва могла показать. Не вмешиваться, не голосовать. Вот мы никогда не ходим, не голосуем. Кого выбирать-то? Они из одной корзины все. Все как одним миром мазаны. Теперь касается жен. Жены, повинуйтесь мужьям. Он оговорки не делал. Да какой муж, что пьяница-наркоман, каждый день бьет? Пришел с блуда, зараженный сепилисом, и к жене лезет. Что ей делать теперь? Обстановка-то совершенно не та, которой, когда он писал, этого не было. И поэтому он не мог это указать. Тут надо уже благоразумные. Для этого должны быть благоразумные советники. Нельзя с ним сообщаться. Жена зараженная будет и все. А как поступить? Вот для этого должны быть наставники. Когда говорится, что быть, не оставлять, это значит не спать вместе. Или спать. Только об этом. Речь идет о ложе, о кровати. Хотя здесь сказано буквально обо всем. Как жены должны вести себя. А жены, они более похотливые. Больше к мужьям льнут, обнимаются, лезут. То... Но сегодня-то по-другому все. Мужики-то подкаблучники-то. Юбочники. Он не может шагу дня прожить без женщины. Там написано, что прилепится. Но тогда, когда... Если тут 5 раз разводится, и еще надо жениться. Конца края нет никакого. Поэтому все делать... Сказано здесь поправка на сегодняшнее время. Мужьям поблажки нет. Слушаться таких нельзя, которые пьяные валяются под столом. Кафедру занимает женщина. И она в житейских вопросах бывает острее мужа, как Златоуст говорит. Вот с этой поправкой теперь все встало на место. Слушаться надо в пределах Евангелия. А он побуждает не поститься или зовет... Во время поста там свадьба какая-то. Ну, пойди, ну, за стол не садись, скажи, я есть не буду. А чтобы без платка было, тут я не уступлю никогда. А он неверующий, во время поста муж с женой не спят вместе. А он требует, покорись, даже тебе противно это, но покорись, чтобы он не пошел другой. То есть надо знать границы, где подчиняться. И почему? Чтобы не было препятствий в молитвах. А он неверующий, какое тут препятствие? Он каждый день долбит ее, и все, как зверь ее терзает. Требуется советник рассказать, до каких пор слушаться. Вот это, здесь корректировка надо на каждом стихе.
Отошел. Ну а вот вопрос попутно. Вот сейчас власть на Украине новая. Нужно ей подчиняться или не нужно христианам? Вот видите как. А что она власть требует? Это незаконно и не нужно. Мы молимся каждый день за Петра Порошенко. Каждый день. Чтобы Бог вразумил его. Вот они, патриарх, поехал там этот, патриарх-то какой-то, Денисенко, Филарет, требует оружия, война, чтобы с Россией была, ну, разве это годится, один и тот же народ. Они, говорят, требуют оружия против нас, а мы должны молиться, это их дело. А как ее слушаться? Слушаться, если законы совпадают со Священным Писанием. А если требует сейчас, вот набирает новый призыв и направляет против России, там, Крым все равно вернем. Вот есть такой Лонгин у них, Лонгин, священник. Сейчас у него, не знаю, какая-то по-другому называется. Ну вот это форпост, фильм-то где. Его епископом поставили. Он прямо выступил и сказал, не отдавайте сыновей в армию. Противостаньте этому. Зачем вам гробы получать оттуда? Они их посылают, они гибнут. А он сидит там, шикует с коломейцем своим. Ни под каким видом этим елистюкам, кто там есть, не подчиняться. Не подчиняться. В военном деле. А в остальном плати налоги, все делай, молись за них. И этой власти, которая здесь, тоже так же не подчиняться, где тебя на бойню ведут. Я не пойду. Дома расстреляйте, хоть похоронят. А в остальном подчиняться. Отошел. То есть везде нужно благоразумие и знать границы. Если сам не можешь сообразить, то искать нужно мудрого советника, который бы тебе по Писанию бы подсказал бы, как поступить. Вообще, правильный совет даст только тот, кто знает Писание, толкование святых отцов, каноны. А не то, что он теперь сбрякнул и спрятался, а ты отвечай за него. Все должно делаться мудро, строго, в подчинении Богу, чтобы не нарушить его святую волю. Главное вот в этом. Так, итак... Продолжаем. Так, Виталий, 8-9 стихи можете прочитать? Следите, нет по Библии. Вы ко мне, да? Да. 8-9? Да. А меня хорошо слышно? Хорошо. Так, это какая? Третья глава, да? Да, 1 Петра. Наконец, да, вот это начинается? Да. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Так, все, благодарю. Толкование. Павел говорит... Благословляйте гонителей ваших. Читаем в послании к римлянам, 12 главе, 14 стихе. Поступая таким образом, вы от всех будете слышать наименование вас благословляющими. Псалом 36:20. Ибо жаждущему вечной жизни не следует никого злословить языком. Посему и Давид тех, которые сильно желают достигнуть истинной жизни, убеждает удерживать язык от зла. Псалом 33, 14 стих. Когда вы так устроите себя, то всемогущий Бог будет к вам милости. А в таком случае кто может сделать вам зло? Но если вам и в пределах добра, и ревности по нем будет нанесено оскорбление, то не горюйте, но радуйтесь, во-первых, потому что это не зло, а во-вторых, потому что вы через это блаженны. Посему светите в сердцах ваших Бога, а страха человеческого не бойтесь и не смущайтесь. Иначе. Окончив частные наставления, касающиеся мужей и жен, обобщает убеждения ко всем мужьям и женам и говорит, наконец, к
чему частные наставления? Говорю всем вообще, ибо это конец. У всех одна цель – спасение. У всех один закон – любовь. Отсюда рождается всякая добродетель, смиренномудрие, сострадание, милосердие и прочее. Из них единомыслие есть совершенное согласие в чем-нибудь. Сострадание, сожаление к страждущим такое же, как и к самим себе. Братолюбие, расположение к ближним такое, какое должно быть к братьям. Милосердие, душевное стремление к благотворению однородным. Дружелюбие, кротость со всеми, как со знакомыми и друзьями. Смирение или смиренномудрие, перенесение хулы от другого, сознания своей греховности, перенесение обвинений, что можно бы назвать благомыслием. Всеми добродетелями украшайтесь, причем не поддавайтесь злобе. Ругательство есть происходящее от дурной привычки наклонность к злословию, но ревнуйте по добре, проводя жизнь святую и совершенную, ибо благословляемый всеми есть и ревнитель. Вопросы, может быть, какие-то возникли? Пожалуйста, по ходу задавайте. Добавить, может быть, кто-то хочет. У меня вопрос, это Валерий. Можно? Да, да, можно. А что значит наследовать благословение? Что значит наследовать? Да. Там это вообще... Да, напротив, благословляйте, зная, что вы призваны, чтобы наследовать благословение. Угу. Яко благословен, если ты... Ну, Игнатий Тихонович, ответите, что значит наследовать благословение? Наследовать, значит, быть наследником. Вот отец оставляет сыну наследие, подписал дом ему. Бог подписал нам Царство Небесное. Мы наследники Царства Небесного, все. И поэтому нам другого не дано. И мы других должны туда же привлекать и благословлять. Ибо мы призваны наследовать. Вот сегодня вопрос никак не сходится с евреями. Как благословлять? Весь мир ограбили. Что делают? Вот этот террор, ИГИЛ, это все их рука. Ребята пишут везде в интернете. Все так, пускай. А комитет 300, масоны, ничего не опровергай. Но слово, сказанное Аврааму, что это благословляющий тебя будет благословлен, держи. Ты хочешь, чтобы у тебя все было в порядке? Благословляй это семя Авраамова, чтобы они наследовали жизнь вечную. Приняли Мессию, а не того Машиаха, которого ждут, а Мессию Иисуса Христа. Мы призваны наследовать Царство Небесное, благословение, это Царство Небесное. И поэтому из наших уст к евреям, к другим должно быть благословение. Да благословит Господь всех, чтобы уверовали во Христа, приняли благодать Его искупление Голгофской жертвы, что в ином другом нет спасения. Все. Спаси Христос. Ну что, Валерий, читайте 10-11 стихи. Можете? Валерий, слышите меня? Меня слышно? Микрофон отключился вот сейчас. 10-11, да? Да. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Так, толкование.
что выводимое им наставление не ложно, том удостоверяет указанием на слова Давида и говорит, кто любит жизнь, то есть кто преобразовывает себя для истинной жизни и хочет показать ее достолюбезной, ибо на это указывает выражение «любит», хочет показать ее вожделенной для людей, тот пусть неуклонно держится того, что вместе со мной предлагает и пророческое слово. Вопросы есть? Поэтому. Так, тогда, Вячеслав, давай 12-15. Пойдем дальше. Потому что очи Господа... Погромче, прикрыли микрофон поближе. Да. Слышно? Слышно, слышно? Слышно, но вроде тихо так это. Сейчас. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Толкование. Апостол прибавляет к всему. Если будете так жить, то к вам Бог будет благосклонен и милостив. А при таком положении кто вам нанесет зло? Ибо все в руке Его, жизнь и смерть. Как написано, премудрость Соломона 16:13. Ты имеешь власть жизни и смерти, и низводишь до врат ада и возводишь. Но как некоторые почитали злом страдания за веру, то апостол Петр для исправления такового мнения говорит: «Не почитайте этого злом, напротив, почитайте это залогом блаженства. Ибо страх от людей не стоит никакого внимания, но однодневен. Ибо если очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но против делающих зло лице Господне, угрожающее злым погибелью, то если бы это было зло, податель благ без сомнения за любовь нашу к нему не воздал бы злом. Ибо зло он наводит на злых. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». Написано Римлянам 2:9. «Посему скорби за благочестие не суть зло». Вместе с Исаией 8:13. Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. Вместе с Исаией заповедует светить Господа в сердцах, то есть не превозноситься видимыми делами, но в тайной клети сердца совершать освящение Господа, которое состоит в удалении от скверн, то есть от злых нравов языческих. Так Его светите. А святится Он... Светится Он через ваше доброе поведение, когда прочие люди прославляют Его, как и сам Богочеловек повелевает. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Матфея 5:16. Так, ну что, дополните, Игнат Тихонович, это место. Или дальше идем? Дополнить? Дополните или не дополните? Да, немножко дополнить. Вот когда говорят, высшие девы 10, и светильники гаснут. Что такое масло? Это очень важно, потому что недостаток масла воспрепятствовал войти им в обитель. И отвержение было полное. Во-первых, Господь иногда говорит через ангелов, посредников. Здесь лично сам отвечает. И при том даже и лица не показывает через закрытые двери. Это страшное наказание, если нет масла. Ну а что оно? Иные говорят, Дух Святой. Ну а где его покупать, Дух Святой? А Духе Святом покупать, наоборот, если Дух Святой приобретать за деньги,
Погибель, Симония. Симон-то думал купить. Это добрые дела, соделанные в Духе Святом с любовью. Повторите каждый для себя. Масло – это добрые дела, твои добрые дела, соделанные в Духе Святом, когда Дух Святой побуждает, с любовью. Без любви все пустой кимвол звучащий. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Эта фраза очень важная. Я доходил до нее не в один день. И, наконец, слепилось все вместе. И люди видят ваши добрые дела. Что? Светильник на вершине горы. Поэтому, как бы мы ни хотели выглядеть хорошими, не получится. Люди увидят, лицемерие это истина или нет. Вот я один пример показываю просто. Покупать билеты в вокзале. Большая очередь, билетов мало, кое-кто не уедет. И бабка одна потеряла что-то там, ее не пускает дальше в очередь-то. Но она стоит в стороне со слезами, и вдруг один человек, а там без очереди показано, кто должен, депутаты, герои. Вышел из очереди тоже, из хвоста один человек, подошел, говорит, куда лезешь без очереди-то? Он распахнул у себя пальто, звезда Героя Советского Союза. Баба, давай документы. Ей тут же сразу выдали. Он ей подал и пошел в очередь встал. Вот маленький поступок, но он показывает. Он, не, он мог сам себе купить без очереди. Но не толок и не давил. Вот это дело, оно как звезда блеснуло над всеми. Как надо жить, не для себя. И даже заслугой своей он воспользовался ради пользы другого. А эта заслуга, может быть, ему головы стоила, где он оказался героем. Маленький эпизод. Но он врезается в память, чтобы люди видели этот твой светильник. Отошел. Шестнадцатый стих. Виталий, читайте. Шестнадцатый? Да. Как он начинается? Имейте добрую совесть. Да. Имейте добрую совесть. Дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Так. Нет, все пока, сейчас толкование. Слова готовы дать ответ и прочее должно соединиться словами «являть добрую деятельность», «иметь добрую совесть». Ибо когда будете делать это с доброй, когда будете делать это с кротостью и приличием, тогда и сами уверитесь, что вы имеете добрую совесть и имеющих дурное понятие о вас постыдите. Апостол повелевает верному человеку всегда быть готовым к отсчету вере. Чтобы, когда бы не стали спрашивать нас о вере, мы всегда могли легко отвечать и делать это с кротостью, как и все вообще, как бы в присутствии самого Бога. Ибо в присутствии своего Господина ни один благоразумный раб не бывает дерзок. Польза от всего та, что неверные узнают, каковы мы, и будут справедливы к нам. Нужно заметить, что эти слова апостола не противоречат изречению Господа. Когда Господь говорит, чтобы мы, когда поведут нас к начальникам и властям, не заботились о том, что нам отвечать, читаем Лука 21:14, а Петр заповедует теперь готовиться к ответу, то Господь говорит о свидетельстве, а апостол Петр об учении. Ибо кто думает, что знает что-нибудь без разумения и исследования, тот вызывает на себя хулу. Ибо знания неразумных – неисследимые слова. Иначе, поскольку обвиняли нас во многих беззакониях и выставляли надежды наши напрасными, то апостол заповедует готовить обдуманные ответы и иметь жизнь достохвальную, которую и называет
совестью. Вопросы, может быть, есть? Дополнение, Игнат Тихонович, будете дополнять? Да, я о совести хотел бы сказать. Да. Если ты не будешь ко мне обращаться, я не буду выходить из ряда. Ну, ты обращаешься, я не напрашиваюсь. О совести много сказано, написано. И вот все суммируя вместе, у меня свой афоризм есть теперь. Что такое совесть? Просто, чтобы понятно было. Да это душа, это не душа. Совесть – это тот участок души, через который слышится голос Божий. Это моя наработка личная. Совесть – это участок души, так как бы уши у души, через который слышится голос Божий. И совесть, я когда прочитал, ну, я знаю, что Евангелие – это первое всего. Павел говорит, я положил основание, во-первых, поставил апостолов, пророков, но везде Евангелие на первом месте. И вдруг Златоуст говорит, совесть первичнее Евангелия. Я остановился, да как может быть? Выше Евангелия ничего нету. Но разъяснение поставило все на свои места. Когда не было Евангелия, не было закона Моисеева. А откуда люди это все узнавали? Откуда Ной знал? Совесть. Участок души, он расслышал голос Божий, готовься. Итак, апостол Павел говорит, язычники, которые, не имея закона, сами себе закон, совесть их, кто судила, то оправдывала. Совесть. И вот об этом надо позаботиться у детей. И когда говорят бессовестный, это очень грозное обвинение, надо быть осторожным с этим. Если сказал бессовестный, это значит безбожник. Антихрист самый настоящий. Это вместо сердца у него ржавая железка. Он ни за что мать родную продаст и родину. Совесть на первом месте. А когда уже люди перестали понимать совесть, голос слышать, тогда Бог дал писанный закон Моисеев, а потом и Евангелие. Поступать по совести. Это очень даже непросто. Сегодня против совести поступают правители, охрана, милиция, депутаты. Законы принимают. Все бессовестное. Ну как прожиточный минимум на 5 тысяч сегодня прожить, 6 тысяч? Как прожить? А Лужкова из-за недоверия отправил Путин на покой. Жена Батурина Елена, самая богатая женщина в России, миллиардерша. И пенсию назначил 253 тысячи. Где же тут совесть-то? Что у него? 4 рта? Ну и судьи, которые, чтобы они взятки не брали, судьи, теперь им назначено. У нас же пенсия 70 тысяч. Что непонятно-то, что при жизни получают больше, взятки теперь увеличились до миллиона. По совести поступать. Это значит слышать голос Божий. Как Бог повелевает. Как Иев раздавал все. Стадами моими одевались поля, а шерстью моих овец одевались нищие. Я один за стол не садился. Был такой Иоанн, прозвище Милостивый. Высокий сан, епископ. Патриарх, даже что-то там о нем говорят. И он садился на выходе из монастыря и никого не пропускал мимо, накормить. И очень печалился до слез. Говорит, сегодня, говорит, совсем меня Бог оставил-то. Всего только 100 человек зашло. 100 человек, это он считал, что покинутый Богом. Вот как надо работать. Совесть подсказывала. Об этом Геннадий Патриарх говорит, ты ложишься спать. Ты слышишь приятный шум дождя. И вдруг стоны разрывают эту тишину. Нищий лежит у тебя где-то под забором, под него вода подтекает, и ты хлеба не дал ему, он замерзает от голода. Ты шел мимо, видел его, почему ему не подал? Не пьяница. Так жизнь распорядилась, это не судьба. Вот это совесть. Если ты видишь, поступает не по совести, усиль молитву. Если можно, сначала подумай, подойди и скажи, а если с тобой бы так поступали, хорошо ли это было бы? Ты все время воображаешь, обижаешь скотину, ну, просто пинками все это везде. А это ты бы был сотворен собакой, щенком, ладно ли это было бы или нет? И тогда в жизни нашей многое изменилось бы. Тогда Евангелие нашло бы отклик в сердцах людей. Отошел. Семнадцатый, восемнадцатый стихи. Вячеслав, читайте. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые.
потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Толкование. «Если же кто захочет относить причину эту к ближайшей предшествующей речи, то слова «добрые дела» нужно понимать не о благотворительности другому, но вообще о добродетели. Также нужно понимать и слово «злые». Прибавляет «если угодно воле Божией», показывая этим, что с нами ничего не бывает без попущения Божия, но бывает или для облегчения нас от грехов, или для обнаружения и славы нашей, или даже для спасения других. И это двояким образом. Или какой-нибудь праведник терпит зло для уцеломудривания иных грешников по сказанному: «Если праведник едва спасается, то грешник где явится?» 1 Петра 4,18. И отсюда двоякая польза. Для страждущего праведника приумножение праведности через терпение, а для грешника – обращение, как сказано. Или праведник страдает и для собственной своей славы, и для обращения и спасения других, как и Христос. Посему Петр полагает здесь в пример Христа, потому что и Христос однажды пострадал не за свои грехи, но за наши. Почему и прибавляет: праведник за неправедных, ибо сам Христос не сделал никакого греха. 1 Петра 2:22. Чтобы показать могущество страдавшего с большой буквы, прибавил «однажды». А как он пострадал для того, чтобы привести нас к Богу и Отцу своему, то и показал, что не все страждущие страдают за грехи. И как Христос и Бог, и человек, то страданиями своими доставил нам и благодать двоякую. Умерший как человек, он освободил нас от смерти, положив начало нашему воскресению, и в самом себе дав пример, что умирающие умирают не без надежды воскресения. Ожив, то есть воскреснув из мертвых, силой божественности, ибо он воскрес из мертвых не как человек, но как Бог. Всех сущих в аде сооживил, совоскресив с собой. Ибо, по словам Евангелиста, Матфея 27:52-53, многие тела усопших святых воскресли и явились многим. Быв умерщвлен по плоти, то есть как человек, но ожил как Бог. Под словом «духом» разумеет Бога, а под плотью – человека. О первом свидетельствует евангелист, когда повествует, что Христос, истинная премудрость большой буквы, беседуя с самарянкой, сказал: «Бог есть Дух» – Иоанна 4:24. А о втором свидетельствует все Священное Писание, то есть о том, что он человек. Отсюда ясно, что Христос сугуб, двоичен не лицом, но естеством, которым поставлено всему, которым поставлено вместо «почему». Ибо сказав, что он умер за нас, неправедных, апостол говорит затем, что он проповедовал и содержимым в аде. Дойдя до сего, апостол должен был еще объяснить, как смерть Христова полезна была для прежде усопших, и решить вопрос: если вочеловечивание Господа было для спасения всех, то какое спасение получили прежде умершие? Он сразу разрушает и то, и другое, и говорит, что смерть Христова произвела то и другое вместе. Надежду воскресения через его воскресение и спасение усопших прежде. Ибо те, которые хорошо провели время своей жизни и тогда получили спасение через сошествие Господа в ад, как думает святой Григорий. Он говорит: Христос, явившись к находящимся в аде, спасает не всех без изъятия, но одних верующих. Ибо от произволения каждого зависело, как требовала разумность,
не оставаться бесчувственным к богатому дару Творца, но представить самого себя достойным благодати подателя, с большой буквы. Вопросы? У меня вот вопрос. Те, которые умерли до Христа, верующим, извел из ада верующих во Христа, то есть в грядущего Мессию, эта вера способствовала спасению тех, кто умер до Христа. Игнатий Иванович, ответь. Да. Ну там дальше будет идти вопрос о том, что люди говорили, но им не проповедовали. Но во время Ноя это ковчег строили, многие видели, потому что люди там в Америке не были. Тут еще все реальное было, близкое. А им-то было ли проповедано? И он прямо указывает, да, было и им проповедано. Да что, неужели в аду уже были они? Ну то есть какое-то мучение, ничего не описано. Но они были в темном месте, определенно. И они могли не принять? Да, могли. Это хорошо описано у Достоевского в «Братьях Карамазовых», когда старец Зосима объясняет. Есть такие личности, настолько озлобленные, то есть по характеру сделавшиеся как демонами. И они там просят, чтобы Бог уничтожил сам себя. Даже вот какое откровение было. То есть предела злобе никакой нет. И некоторые просто отвергли спасение. Трудно в это поверить, но однако так написано. Как? Если пришли освобождать, когда ты мучаешься и отвергнуть спасение, ну, вещь невероятная. Но когда видишь ожесточение здесь на земле у некоторых, то похоже, что так и будет. И потому рассуждать о мучении надо только с позиции Евангелия. Идите в муку вечную. А будет ли она бесконечной, как Осипов говорит? В этом заложен смысл. Но лучше воздержаться. Потому что все святые отцы говорили о бесконечности. Так что было проповедано, и кто-то принял, а кто-то не принял. Но так ли это? Ну, вот такая мысль. Отошел. Так, час прошел. Можно задавать вопросы. Вопросы. Пожалуйста, желающие задать вопросы. Наталья, вот ты написала вопрос здесь в чате. Вот еще раз повторила бы. Вам видите, брат? Да, я хотела. Мы это тоже обсуждали. Сделай потише. Мы тоже обсуждали с одним братом на эту тему. Хорошо. И мы пришли к такому выводу, что женщина, которая не противится воле Божией и рожает детей, и она в послушании Богу, не ставит ни спирали, потому что в Германии, ну, как и везде, с этим тоже борется. Значит, она зачевает дитё, она уже послушна Богу, и муж должен уважать её, потому что она сонаследница благодати, получается. И как бы она спасает себя через деторождение. Это правильно, вот, как вы считаете? Спасибо. Ну вот здесь вопрос-то, что вот вопрос-то, что только рождение детей, одно то, что она рождает детей, вы задаете, этого достаточно для того, чтобы муж ее уважал, за то, что она не ставила спираль, не делает аборты. Да нет, конечно, этого недостаточно. Ты еще детей этих к Богу приведи. Сонаследница Царства Небесного, за это ее уважай. А то, что она детей рожает, так, то, которая убивает детей в утробе, это какая она сонаследница? Она грешница, она покаяться в этом должна. Никакая она не сонаследница уже. А то, та, которая не вставила спираль, и ее за это уважать, так, ну, понятно сейчас, 21 век, это уже нонсенс, что женщина детей не убивает в утробе своей, не предохраняется. Но уважать за это, у Бога другая шкала. Дальше детей-то на небо это привести их еще надо. Воспитать, а не просто родить. А то она, может быть, рождает их для ада. И что ее за это уважать? Как говорится, лучше один праведник для Бога, чем тысячи грешников. И еще детей к Богу приведи. Попробуй. Для этого нужно тысячи талантов. Не одно только спиральку убавить.
Но в жизни есть и женщина не рожает детей. Вот Богу было так угодно, не было абортов. И жила достойно, но не родила ребенка. Да, да. Вот у Сары не было детей. Но в то время это считалось каким-то позором, что ну вот у женщины нет детей, значит, она как будто как проклятая какая-то. То есть нету, отошла Божья благодать. Сейчас мир-то перевернулся. То есть живут для себя. Дети это как будто какое-то, вот знаете, мешают вот этим удовольствиям всяким. А я так не думаю. Лично мое мнение, что если Господь не дал детей, и женщина старалась родить изо всех сил, но не было дано ей, вероятно, у Бога на это были свои планы. И Господь дал ей детей. Я знаю женщин, которые имеют детей, приемных детей, и воспитывают их достойными людьми. И причем ни одного, ни двоих, а и по пять детей. Поэтому я лично думаю, что у Господа на таких женщин не только отошла благодать, как вы сказали, а особая миссия наложена. Ну, возможно, я не буду спорить, конечно. Не важно, как бы, кто родил, важно, кто воспитал. Отец ребенка, так вот еще такая поговорка есть. Отец не тот, кто родил, отец его воспитал. И есть люди, которым, да, Бог не дал детей, но у них духовные дети. Вот что ценно пред Богом. Духовные дети. Я как апостол говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествование. А женщина может родить благовествование? Может. А может она родить по-плотски и также родить духовно свое дитя? Может. А может родить по-плотски, а духовно не родить тоже может. Я прошу прощения, а можно, чтобы Игнатий Тихонович отвечал? Может, я можно. Вообще как пришел его послушать. Вот. Пожалуйста. Мне очень интересно именно человека послушать, который... Даем ему слово. Да, на эту тему. Игнатий Тихонович, пожалуйста. Дорого, и как бы... Я добавить ничего не могу. Спасибо. Ведущий Сергей ответил все правильно. Еще вопросы, сестры, тогда? А я вот тут еще хочу подметить, не написано ли в псалмах, что Давид говорит, что ты соткреви матери, как бы Господь Бог сам участвует даже в сокровенном. И это не наша милость, да, покаять человека, или чтобы он, как бы это вера, как мы уже раньше говорили, вера, дается от благодати, от милости Божьей. И как сейчас, конечно, выбирать лучшую жизнь, жить в роскошестве, ну как, для себя жить, это уже эгоизм. Если женщина рожает, это большая ответственность. Она, конечно, может выпивать или может наркоманить. Это другой вопрос. Это тоже по милости Божьей может все это уйти, или как бы Господь может убрать, послать людей, праведников навстречу. Вот, но вот эти души, которые она их рожает, это, мне кажется, это уже большая вот, ну, как послушание в том, что она не живет для себя, а ради детей, ради. Вот, это я думаю, что это большой тоже поступок, это мое мнение. Но лишь бы наркоманка не рожала, вот потому что вот, ну, вот если наркоманка и пьяница рожает, то это, скорее всего, безответственность, потому что она не собирается от этого греха отставать, и детей еще этому научит. Какая же тут заслуга ее? Я не призываю, чтобы она делала аборт, но прежде покайся, выйди из этого греха, а потом уже рожай. Мое такое мнение. А зачем? Дети будут смотреть на пьяницу, жену и муж, если еще алкоголик добавок. Я вот тоже еще подмечу, у меня знакомая, я была недавно у нее в гостях, она немка, она родила не, ну как, ребенка Дауна, он, ну как, он все хорошо мыслит, но у него лицо очень искаженное, так как мы с иврита мы знаем, что лицо у нас это в единственном роде, ну, числе, а в иврите это лица, там нету единственного числа.
Так и вот у Господа нету одного лица. Он очень богат в милости и очень богат вообще во всем. Но как, у него премудрость вся. И он имеет много лиц, как бы сказать, если я так правильно выражаюсь. Вот. И этот ребенок, она тоже верующая, и муж ее верующий, очень ходит в церковь, все. Вот. И они настолько радуются этому ребенку, хотя на него страшно смотреть, но в то же время они не отказались от него, хотя могли бы несколько раз это сделать. Вот. И как бы тоже принимают это как от Бога и радуются. Спасибо. Вы задавайте вопросы, а не пересказы, что у вас у соседей произошло. Все это замечательно, конечно, но не тратьте время драгоценное. Задайте вопрос духовный. То, что оставили ребенка давно, да, конечно, это они обязаны это сделать. Как свое дитя отдать кому-то, не понимаю. Все перевернулось. Героизмом считается то, что должно быть. По совести, конечно. А кто лучше, баптисты или неверующие, которые крещены в детстве и не веруют? Игнат Тихонович, отвечайте. Кто лучше, баптисты или крещенные в детстве, но не веруют? Лучше для кого? Для вас, для меня или для Бога? Ну, даже, ну как сказать, для продвижения веры, может быть, баптисты данные. Хоть они, конечно, не соблюдают, как православному нужно соблюдать. А если не верующим, они для них хотя бы, может быть, свет какой-то в окошке может быть. Для продвижения веры, ну, крещенный или там, ну, неверующий, как он может веру продвигать, если он не верит? У баптиста своя вера, не православная. Он свою веру двигает. Что лучше, вообще не продвигать неверующие или продвигать баптистскую веру? Такое? Нет, не баптистскую, а в Иисуса Христа, что верили, вот что. В Иисуса Христа верили, но все равно же они баптисты-то, да, они верят. Ну, конечно, лучше верить в Иисуса Христа как баптист, чем не верить в Иисуса Христа и называть себя крещенным православным. Здесь, конечно, у баптистов вера в Троицу есть, а у этого, у крещенного нету веры. Баптист уже на первую ступеньку, благодать призывающего у него есть. А вот того православного моченого и того нету, конечно. Но баптиста теперь попробуй обрати в православие-то, вот. Расскажи ему, что иконы это не идолы, и что нужно священство. Вот. Ну а тому, который называет себя православным и крещенным, но не верующим, с тем вообще как? Он ничего двигать не может. Баптист хоть что-то может. Игнат Тихонович, поправьте, может, я не прав. Нет, поправлять нечего. Ты все сказал. Спаси Христос тебя за хороший ответ. Еще вопросы? Игнатий Тихонович, я хочу задать здесь вот такое вот, не знаю, как. Мы были в гостях, вот, я тоже затронула эту тему про иконы. Вот, и мне женщина принесла такой журнал, она тоже, мы русскоязычные здесь получаем журналы, вот, и там стояла на первой странице иконы для продажи, третья икона бесплатно, потом пролистываешь этот журнал дальше, и там стоят, вот, вылечу от язвы, там, магии, какой, тоже два листа вот этих всяких магов и людей, которые занимаются, да, колдовством, прямо четко дают свои телефоны, как с ними связаться. И там тоже стоит, прямо, ну как бы, в том же журнале, понимаете, это все в одну... да, и там еще икона, например, написано внизу, икона для спасения, там, как, я не знаю, там, чудотворное, что-то там, если ее покупаешь, то она тебе приносит это, другая икона. Вопрос еще, Наталья, побыстрее. Так, вопрос, понятен вопрос. Есть такой фильм «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Зина, в печь! Все, сожгла, руки вымыла, с мылом, святой водой покропила. Не трать зря время. Умей многое сказать в немногих словах. Много зря тратите время. Быстро ответила, все.
Я напоминаю один случай, его запомните все. Был такой поэт, настоящий поэт, Расул Гамзатов. А у него отец Сада. И он сыну дал деньги, когда учился в Москве, чтобы купил пальто. Приехал, у сына пальта нет. Пальто-то нету. А где пальто, сын мой? Да вот понимаешь, папа, тут приехал такой театр, мы вот с товарищем... Ой, как ты много говоришь. Ты скажи, деньги истратил, пальто не купил. Научитесь кратко выражать. Неправильно, что вы считали. Журнал этот выкинь, в печь его, и все, кончилось. Не распространяйся об этом. Коротко, просто. Дальше. Да, но факт остается фактом, что людям продают так, это все, мужу. Все. Остановись, Наталья, умей остановиться, не надо. Уже журнал в печке. Люди и прочее, об этом не заботьтесь. И вот сжечь и в руки не брать. Люди, не о людях заботьтесь. Так, вопросы, пожалуйста. Игнат Игоревич, да. Ну вот, вот почему сегодня жены не повинуются мужьям? Корень причины. Причина какая? Почему должны повиноваться? Коренная, почему они сегодня не повинуются? Ну почему? Потому что они верят. Жена любит строгость. Строгость. Исидор Пилсиот говорит, чем строже муж обращается с женой, тем более она к нему привязана. Не ласкательствуй ее чрезмерно. Не будь подкаблучником. А бороду бреешь, ты подкаблучник. На женщину похожий. Вот почему. Если ты делаешь все по слову Божию и молишься, тебе не надо кулаками махать будет. Я рассказываю всегда, ну, на конкретно, на себе случай. Мне она готовит тихо, все, я сажусь за стол, она понимает, рот у меня занят пищей. В это время она начинает высказывать недовольство какое-то в чем-то. Я что я могу? Горячим супом в лесо плеснуть. Я встал сразу в передний угол к иконам, начал молиться. Кончил молиться, гляжу, она рядом стоит, молится. Я за стол, она опять. Я снова встаю опять в угол. И она стоит рядом, молится. Третий раз уже не успел сесть, ушел на работу, не обедавши. И сказал, когда ты готовишь и выражаешь недовольство, эта пища прожигает мне желудок. Этого было достаточно на всю жизнь. Понятно? Почему жена не слушается? Строгость. Вот новые вы люди, если не знаете, я вам напомню еще, как они ковбой сосватывал с жену. Она хорошая девушка, но родители ее избаловали. Они ему сказали, она у нас капризная, и бывает истерики закатывает, когда не по ее. Он еще не сказал. Но у него своя там фазенда, скотина. Он взял и едет ее. Но она его что спрашивает в дороге? Там он молчит, молчун такой-то. Но она стрекочет и стрекочет. И вот лошадь споткнулась один раз. Он говорит, раз. Она так удивилась, а что такое раз? Он не отвечает. И вот уже на гору поднимается, только поворачивает, она лошадь опять споткнулась тоже. Он говорит, два. Она на него уставилась, что раз, два. И вот уже дом видно его. И лошадь споткнулась третий раз. Он слез, вытащил револьвер и выстрелил ей в ухо. Лошадь ногами задрыгала. Я, говорит, закатила такую истерику. Безжалостный, жестокий лошадь. Это животное. Оно интеллектуал такой, то другое. Он ничего не говорил. Потом, говорит, раз. И вот, говорит, уже, говорит, мы живем 55 лет, уже два он не успел сказать. А они страхом спасаете, да? Другие страхом спасаете. Раз, она поняла, еще одна, один прокол, и кончилось дело. Надо показать себя, мужик-то, чтобы мужиком был. Твердое слово, а прежде чем твердое слово, ты выправи все у себя в жизни. Чтобы жене не было за что ревновать, ненавидеть, презирать. Чтобы она знала, что крепкая стена, она за ней находится. Муж был впереди ее. Слово Божие. Вот возьми на нашей самте сайт, зайди, там Библия начитана мною. Златоуст, скачай ей. Она картошку чистит с ребятишками, включила и слушает. Ты заботься, чтобы ее все время подтягивать. И она тебя будет ценить, благоговеть перед тобою. Она защищать тебя будет. Вот я могу похвалиться моим Господом, когда я сидел, она у меня пробила все, где можно, в Москве и везде, и прокуратуру все поднимала. Один из моментов. Я в лагере нахожусь, в промзоне, Жаната, Жамбульская область, казахи одни вокруг. И она нашла там крановщика и упросила его, чтобы он положил стрелу на пол
и легла между тросом, ее поднял он кверху над зоной. И она оттуда перекрестилась рукой, они прибежали мне и говорят, там женщина рукой крестится, а я-то один такой, да, тебя зовет. Но в это время автоматчики уже сняли ее оттуда, положили стрелу на место. Вот что значит покорность, любовь. Это ты должен сам себя показать, чтобы она никогда не пожаловалась, за кого она вышла. Твое слово – кремень, выверенное, Словом Божьим подтвержденное. И слушая себя, она достигнет Царства Небесного. В первую очередь позаботься о себе. Жену не вини, это слабый сосуд. А ведет себя как щугун какой. Того и гляди, об нее ударишься. Не давай ей повода, ищущим повода. Жена рядом. Не уступай. Не роняй свое лицо. Вот и ответ, почему они не слушаются. Я еще практически ни разу не нашел, что не слушаются жены хороших мужей. Почти нету. Если где-то не слушаются, то только так где-то себя показал, говорит, слабину дал. Ну, бывает такая отчаянная, что она и повенчается, и может убежать, и что угодно. Но тут уже беда. Беда на ее голове, не на нем. Он сделал все, что можно. Она будет горько жалеть, придет время, а ты только о ней молись. Встречались иногда и такие случаи. Все. Благодарю вас. Слава Иисусу! Надежда Васильевна, с нами вы? У нее микрофон не работает, наверное. Да. Вон она, откликнулась. Пробивная моя. Сына нету, подруги жизни. Вот, это ее голосок слышится. Как вы считаете, почему вот сегодня, в 21 веке, жены не слушаются в большинстве своем своих мужей? Причина в чем? В мужьях или в женах? Или в том, и в мужьях, и в женах. Она не имеет веру слабую. В мужьях и женах. Во-первых, она у нее не первая уже. Вот есть... Зайдите на наш форум и там зарядите Людмила Плет. Плет. Она в Германии живет. Она протестантка. Я не знаю, кто она, пятидесятница или кто. И она говорит, между нами девочками. Там о совести говорит. Там есть что послушать. Я даже сказал, даже патриарх такой речи не скажет. Если она уже была не девушка, это будет сказываться на всю жизнь. Вот даже у нас, я слышал это, они обедают там, ему 82 года, ей 81. Но сидят за столом, и вдруг он бабке по лбу ложкой-то. Она, Василий, за что? Эх, Света, как вспомнишь, что не девушка взял, сердце кровью обливается. Сердце кровью обливается 80 лет. Понимаете, как надо беречь молодежь? Молодежь беречь. Почему беспамятная? Потому что блуд сожрал мозги. Это главное, что необходимо. И поэтому мусульмане, еврейский закон был, она не девушка в брачную ночь, побейте камнями. Дочь священника, приведите к дому отца и сожгите. Там устройте костер. Я с муллами беседовал, это как священники мусульманские. Я говорю, какой процент у вас сохранения девственности до бракосочетания? Они меня даже не поняли, о чем я спрашиваю. Ну я говорю... Ненарушимость девственности плевры. Как? Сколько? 100%. 100%. У нас в 8 классе такую трудно найти уже. Чего нам кого-то судить-то? Мы-то кто? Вот и весь сказ. Нам надо учиться смотреть. Когда было, я не знаю процент точно, но будто бы там Гальдер или кто, который на Украине был, написал Гитлеру записную записку, докладную сделал. Мы берем девушек, в Германию отправляем. До 20-летнего возраста, он там назвал цифру, я не знаю, верить. Вроде 85% девственниц. Такой народ победить нельзя. Что сказал Сергей? Это советских девушек, да? Да, советских. В плен, когда уводили при Великой Отечественной войну. Их проверяли прежде, чем гинекологи. И девственниц такое число, это в Германии этого не было. Он сразу сделал вывод, такой народ непобедим, с ним Бог. Это не кто-то пишет, а такой, как Кох. Вот какая история. Там у нас побеждать не надо, ничего нету. Одна слизь и мразь.
подзаборная. Но это касается мужчины. Не надо думать, что женщина, значит, она потеряла девственность, а мужчина нет. Вот у старообрядцев это содержится. Если он был в детстве крещеный и где-то познал женщину, он на исповеди скажет, его в священники ставить нельзя, порченный, кандидатура снимается. А сейчас сколько раз женился, что его все равно в священники ставят. И поэтому такая и паства. Поп думает только, как больше денег награбить. Вот откуда беда идет. Беда в каждой семье. Ты родила, твое чадородие действительно тогда, когда всех их приведешь на небо. А иначе за каждого будешь отвечать, как убийца. Если родители не наказывают детей, они хуже убийц, говорит Иоанн Златоуст. Убийца убивает только тело, а ты, мать, убила бессмертную душу. Научи ее Слову Божию. Положите на стол большую Библию. Считайте вместе. Занимайтесь ими. Поэтому Дмитрий Смирнов, священник, правая рука патриарха Кирилла, когда рассказывает о мусульманах, что вот если мусульманин, говорит, везет, бабушка одна вопрос задала, почему так? Он с меня деньги не берет, ты мне мать и едешь молиться, как я могу взять? Он говорит, если русский везет меня, говорит, в такси, он обязательно деньги возьмет. А ты бы наоборот узнал, да заплатил за нее, да сумки ей, да, занес-то. Поэтому мусульмане ко Христу ближе, чем наши православные христиане, крещенные. Я только говорю, он лукавит, поп-то. Он не сказал, что такими безжалостными циниками ты их сделал, ты их не учил. Дальше договаривать надо, это твой продукт. А то народ глупый, народ не понимает, как слепорожденному ответили. Ты ли нас учишь? Так вы, любезные батюшки, таким сделали. Ни один баптист не скажет, что народ у нас тупой и не знает Писания. Они учат их. Посмотрите, как учат адвентисты седьмого дня. Хотя им там и Д, и С в этих словах. АДС. Они учат. И когда у них считает он, пресвитер говорит слово, только шорох слышится, как они листают, бабки сидят все. У каждого в руках Библия. У нас ни одной нету, ни в храме Христа Спасителя, нигде. У нас одна католичка приходила, у нее все время в руках был молитвенник Розарий. Розарий называется. И она стояла и считала, смотрела. У нас ничего не понимают, стоят столбушки. У нас не просто, а что, как патриарх выразился, духовные развалины. Но начинать надо работать. Куда идти? Ну, раз такая патриархия, зачем ты тут находишься? Для того я нахожусь здесь, чтобы работать. Это корабль Божий. Благодатность патриархии никогда не отрицал и не отрицаю. Истина есть, да служители у меня не истинные. Все? Что, Сергей, кончилось? Все, до свидания, наверное. 5 минут у нас еще есть. Может, еще кто-то хочет вопрос задать? Да-да, Валерий. А как, ага, спасибо. А как проповедовать, если приход и прихожане не хотят слышать Слово Божие? То есть не читать Евангелие, когда начинаешь говорить, что вроде бы кроме литургии, обедницы, как бы есть еще, можно почитать Евангелие, собраться, кроме как чаю попить там после. Ну хорошо, чаю попили, но поговорить, почитать. Все говорят, да ты что? Нам некогда, мы домой спешим. Так, отвечаю, Валерий. Дело в том, что да. Ты-то для чего нужен? Я был в Америке, в Лос-Анджелесе. Я говорю, ну молодежь-то соберите, побеседовать надо, я уезжаю скоро. А молодежь наша не нуждается, у них вот только на уме там показывают где-то. Но все-таки я был там у одного Сорокина, они собрали. Собрали много молодежи русской, ну там в возрасте, может, до 25 лет прямо, взрослые все. Да наша молодежь нет. Я стал говорить, вы посмотрели, как лица их преобразились. Первый раз собрались. Проходит час, второй, третий. Старики стоят, обомлели. Это наша молодежь. Такие вопросы задают. Я говорю, вот вам результат. Вы не даете встречи со Христом. Живое слово дайте им. Они, их дети, и они их не узнают в течение одной беседы. Теперь все. Начинайте, вот садитесь, и каждый... Избирайте себе участок. Начинайте заниматься в каком районе Лос-Анджелеса. Открывайте сразу несколько пунктов. Православные очень богатые люди. Сундуки с золотом, но они закрыты, их надо раскупорить. Ты услышал? Меня никто не учил говорить. Я вот сегодня покаялся, 23 года, я на корабле. И только я переступил с лоцманского катерка, когда привезли меня с берега на корабль, стоит на рейде. В это время я первому начал говорить о Христе. Первому. Живем неправильно, за нас умер Христос, я этого не знал.
Вот и все. Это Дух Божий внутри. Я хотел молчать, но внутри как разлитый огонь был, Иеремия говорит. Я не мог удержать это. Ты начни говорить, и ты увидишь, получится. Только делай это в Духе Святом. Сначала вымоли у Бога это. Вымоли. И Бог покажет. А то жениться понравилось. А ты вымоли у Бога, твоя это или не твоя. И Бог покажет. Советуйся со священниками. Имей друзей, которые опытнее тебя, старше тебя. И Бог как-то устроит, что ошибок не будет совсем. Так, все, закончилось. Мне предложили поискать другой приход. Валерий, никогда на это не иди. Где родился, там пригодился. Мы едем дорогой. Первый раз встречаемся во Франции. Заговорили, и все. Стоят и слушают. Первый раз приехали в Лиссабон, в Португалию-то. И уже все, в эту же минуту меня берут и выставляют перед народом, говори проповедь. Они никогда не видели меня. Бог открывает глаза. Это же в Грузии было, в Америке. Митрополит меня сам за руку возводит, слушайте слово. Я говорю проповедь, он говорит, такое что с нашим митрополитом-то сделалось. Он во время, а ему уж 80 с лишним лет, он поднимается высокий там подиум где-то, как театр. У меня микрофон берет, но я же говорил вам, вот наконец-то вам пришел человек из России, говорит. Раза два или три он поднялся, у меня микрофон брал, сияет весь. Это в тебе все. Проси у Бога, никуда не уходи, никогда. Там, где есть, чем труднее, тем почетнее будет. Ну, я им сказал, потому что мы, говорим, их строим, украшаем, занимаемся украшением, а не занимаемся собственным, говорю, украшением. Да почему же мы только храм украшаем, а себя в себе никто не ковыряться-то не хочет? Мне сказали, иди ищи свой храм. И все. Он сказал, а я не уйду никуда. Меня гонят здесь, а я никуда не уйду. Я здесь не сгодился, там и пригодился. В поезд только сел, едем из... Ну, тогда был Ленинград, советское время, не очень разгуляешься-то. Ну, я рассказываю о себе. Почему? Потому что не поверят, это со мной было. Я начинаю свидетельствовать. Общий вагон, всегда дешевый вагон. У нас бесплатный билет, мы в мостопоезде работали. 2-3 человека. И один мужик, ты агитацией не занимайся. И пошел, правда, нашел милиционера и привел меня арестовать. Милиционер подошел, сел, ничего не говорит. А этому мужику-то надо, чтобы он меня приструнил. И он маленько прошло время и говорит, ну... Счет проповедует, а милиционер, сядь на место, а то я тебя выведу. Уже на этого, на жалобщика-то. И уже пройти по вагону нельзя. Все закупорено. Проводники пройти не могут. Это было в Исаакиевском соборе. Там с группами идут, и вдруг все собрались все вместе. Я начал говорить в Исаакиевском соборе. Она объясняет и говорит, вот там написано, поднимите врата верхи ваши. А спрашивает, что за надпись? Она говорит, это... Войдет царь славы. Это, говорит, на Пасху священник одетый красивый. Так, я говорю, это не так. А как? Я говорю, Христос прославленный на Голгофе. Глава 17, 1 стих Евангелия от Иоанна. Он как бы аллегорически, такой рост у него, а он не, Господь ни перед кем не склоняется. И в этот верх перекладину, поднимите вы выше, чтобы вошел царь славы. Она говорит, а нам так не преподавали. Ну тогда объясняйте. Я объясняю, одна группа, вторая, третья оттуда запускает, а выходить не выходит. Ну, прошло полчаса, как селедка в бочке, весь забитый-то. Ну, билеты продают, а зайти уже нельзя. Понятно? Ты только открой уста, Бог говорит, наполню, скажу. У меня нет никакого образования. У меня только есть любовь к Богу и к Библии. И это же я делал в Эрмитаже. Это я делал в Третьяковской галерее, в соборе Василия Блаженного, в Кремле. Я не могу назвать место, где бы по-другому было. Нигде. Я стал говорить... А мужики там на вокзале, на перроне-то, не видно, не слышно, подкатили тележку эту, которую почту развозят. Я залез туда, побежали в линейный отдел, подозвали. Майор подошел, меня за плечо. Так, вы чем занимаетесь? Я повернулся, о, добрый день. Повернулся и пошел. Почему? Я у них веду занятия в милицейском отделе. Бог открывает все двери везде, везде. Вот как Бог делает. Один, правда, было дорогой, восстал немного. Но я не стал ничего говорить. Вышел в тамбур-то. Ну, минут 10 прошел, вышел покурить-то. Я говорю, вы бы не курили здесь. Вы не за этим вышел-то. Я просить прощения хочу. Я не знаю, еще как взбесился, что со мной сделалось. Я поехал с тещей, разругался. А что я на вас напал, сам не знаю. Я его не просил извиняться. Это Бог делает. Победно будешь идти и свидетельствовать о Боге.
Надо просить у Бога милости, поэтому 7 раз в день надо молиться. 70-кратно в день. 118 псалом, 164 стих. Так, все, Сергей, распускай свою пасху. Спаси Христос. Аллилуйя. С Богом. Отключай нас в первую очередь. А помолиться еще. Ага, помолиться. Да? Еще же. Давайте. Молись, Сергей, еще что-то. Господна истяка ла истину, блажить Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим, и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога слово рошую, сущую Богородицу тя величаем. Молитесь, Иван. Отец наш Небесный, Господь и Бог, сотворивший этот мир и даровавший нам жизнь, Ты собрал нас у Слова Твоего. Во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, прошу Тебя, благослови нас и распусти с миром, чтобы Слово Твое, обильное, вливаемое в наши сердца, принесло и обильные плоды. Распространи истину Твою и через нас, как угодно воле Твоей Святой. Благослови правителей, сохрани их от покушения на них. И даруй духовное рождение свыше папам, патриархам, епископам, священникам и пастве. И водительство Духом Твоим святым. Тебе слава, Тебе хвала, честь и поклонение за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Слава Христу. Миром Божьим. Спаси Христос Богом.